Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Александр. Приближается Новый год, и этот праздник обычно ассоциируется у нас с елкой, мандаринами, оливье и, конечно же, с подарками. Вот и наш канал решил сделать подарки вам, нашим подписчикам на Новый год. И совместно с компанией Tecno Mobile мы проводим новогодний розыгрыш призов. Главный приз – это смартфон Tecno Spark 4 Air. Давайте я вам немножко о нем расскажу. Данный аппарат – представитель последней линейки смартфонов Tecno Mobile. Имеет экран с диагональю 6,1 дюйма, разрешением HD+, модный вырез в виде капли, в котором расположена фронтальная камера, которая, кстати, на 5 мегапикселей, есть фронтальная вспышка. Основная камера у смартфона на 13 мегапикселей. Есть вторая камера для размытия заднего фона. Сканер отпечатка пальца. Распознавание по лицу также имеется. Батарея в смартфоне на 3000 мАч. Плюс ко всему она съемная. Это понравится любителям олдскула, так сказать, которые очень скучают по съемным аккумуляторам. Как видите, можно установить две сим-карты и карту памяти. Работает смартфон под управлением 9-го Android и собственной оболочки HiOS версии 5.5.2. Последний на сегодняшний день. На борту установлен 4-ядерный процессор Helio A22, 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти. Я немного протестировал данный смартфон, и по всем своим основным характеристикам и работе он очень схож со смартфоном Tecno Pop 2S, обзор которого не так давно был на канале, подсказочка будет. В комплекте, кстати, к смартфону имеется все необходимое, чтобы пользоваться им сразу из коробки, а именно чехол, вот такой вот пластиковый с надписью Spark, разумеется, зарядка, кабель microUSB и гарнитура. Следующий приз – это немного подарков и мерча от компании Tecno. Если вы не знаете, Tecno Mobile является официальным партнером футбольного клуба Manchester City. И второму победителю в качестве приза достанется вот такой вот спортивный рюкзак и замечательный мяч с символикой клуба и компании Tecno. И третий приз я решил добавить непосредственно от канала. И третий победитель – получит вот такие вот очень неплохие по качеству наушники QCI T2S, обзор которых был на канале буквально на днях. Я закажу их для вас на AliExpress, и они приедут вам домой. Ну а теперь что касательно условий. Условия довольно несложные. Первое – это подписка на наш канал Smartphone China и лайк этому видео. Второе условие – это подписка на официальную группу ВКонтакте Tecno Mobile. И третье условие – вам нужно будет заполнить Google форму по ссылке в описании, где указать свой YouTube-канал и профиль ВКонтакте. Розыгрыш будет проходить только среди российской части аудитории. Но не переживайте, скоро на канале будет 50 тысяч подписчиков, и я думаю, там мы проведем розыгрыш среди всех абсолютно подписчиков моего канала, независимо от их места проживания. Непосредственно сам розыгрыш состоится 7 января на канале в прямом эфире на стриме, где и будут объявлены победители. Все ссылки и Google формы для участия будут в описании. Хочу вас предупредить, чтобы вы непременно открыли подписки на своем YouTube-канале, для того, чтобы я мог их проверить. Ну и странички ВК все-таки должны быть реальными. Фейковые страницы и страницы, созданные специально для розыгрыша, к участию допускаться не будут. Ну вот, в общем-то, и все условия. Желаю всем удачи в розыгрыше. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всего самого лучшего, самого светлого в новом году. Ну а на сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!